людей, пытающихся выбраться из вагонов и убежать, обстреливают. Сотрудники транспортной полиции по сопровождению поезда ранены и не могут выполнять свои обязанности. В центре внимания – железнодорожный мост через Свиягу. Десятки террористов и пострадавших. Злоумышленники решают захватить пассажирский поезд «Москва-Ульяновск», проезжавший по мосту. Преступники вооружены и очень опасны. При попытке бегства несколько человек убиты и ранены. К счастью, это лишь сценарий командно-штабных учений, направленных на проверку эффективности мер по борьбе с терроризмом. Еще кого-нибудь видите пострадавших? Все максимально приближено к реальным условиям. По тревоге подняты все силовые и правоохранительные структуры области. Оперативная группа окружает территорию вокруг поезда и начинает переговоры с террористами. Параллельно оказывают первую помощь условно раненым. Пострадавших уже ждет карета скорой помощи. Тем временем переговоры с захватчиками провалены. Террористы приводят в действие взрывное устройство. Количество пострадавших увеличивается в несколько раз. К учениям привлекают водолазов. Были организованы водолазные спуски. Водолазы привлекались в поисково-спасательной службы города Ульяновск. Были условные вынуты пострадавшие и, соответственно, были организованы работы по извлечению условных погибших со дна реки Свияга. Когда на кону стоят жизни людей, успех зависит от действий каждого. Слаженная работа силовых ведомств позволила избежать еще больших жертв и за несколько часов захватить поезд и ликвидировать террористов. В рамках командно-штабного учения отработан весь комплекс мероприятий. Осуществлены первоочередные меры по пресечению террористического акта силами оперативных групп железнодорожного и Засвияжского районов муниципального образования город Ульяновск. В общей сложности в учениях были задействованы порядка 700 человек и более 40 единиц автомобильной и специальной техники. В результате были отработаны вопросы оцепления объекта, оказания первой медицинской и психологической помощи, а также аварийно-спасательные мероприятия. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.